Дорогие друзья, еще раз приветствуем вас. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Самые красивые, самые красные сейчас. Цвет праздничный. Действительно. Потому что праздничный цвет, цвет Пасхи. Цвет Пасхи. И ты написал уже сообщение про огонь. Мы очень следим за твоими сообщениями. Спасибо. Спасибо. Сегодня совершенно уникальная возможность поймать вас вдвоем и просто поговорить, получить удовольствие от общения. Это ну, не концерт, а просто разговоры, некое закулисье. И зная вас уже очень много лет, я уверен, что нашим многоуважаемым слушателям, меломанам, любителям оперы и не только, безумно интересно поговорить, пообщаться, кое-что узнать нового о своих любимейших звезд, о вас весь вечер мы будем говорить. Во-первых, как вы там и вообще как держитесь? Что такое коронавирус для певца? Коронавирус, наверное, прежде всего нужно сказать, что на самом деле сейчас очень непростое время для всех, особенно как бы и в музыкальной сфере, и вообще всем непросто, и простым людям. Поэтому хочется всем пожелать, конечно же, терпения, набраться какого-то такого в хорошем смысле позитива, чтобы друг друга поддерживать какими-то положительными эмоциями, потому что, судя по ленте и Facebook, и по другим каналам, всегда какой-то есть какая-то тревожность. Но поэтому мы всем передаем огромный привет, и мы все вместе. Ну, мы уже в изоляции целый месяц, и лично для меня это такое хорошее время, потому что я наконец-таки могу побыть со своей семьей, с детьми. А я с женой. Да, наконец-таки мы можем побыть вместе, а то всем известны мои посты о том, что наконец-то мы вместе, и это бывало обычно один раз, один день, там за три месяца мы могли посвятить друг другу. А сейчас мы целый месяц вместе в одном помещении, и главное, что мы с детьми, и мы наконец-таки можем посвятить им много времени, узнать их поближе, последить за тем, как они развиваются, особенно маленькая наша, которая каждый день какие-то сюрпризы. Обычно все это видит няня наша, а теперь наконец-таки все это видим мы. Поэтому не так уж все и плохо лично вот для нас. Вот, и тем более, что этим нахождением в доме мы бережем себя, свою семью и бережем окружающих от каких-то... От себя. Да, вдруг мы тоже не знаем. На самом деле, хочется тоже поймал себя на мысли о том, что когда наша младшенькая просыпается даже днем, у нее такое... и такие эмоции. Мама! Папа! Где мама? Где папа? Вы опять дома? Поэтому в каком-то смысле берем с нее пример, чтобы не унывать и дарить друг другу позитив. Мы раз заговорили о семье, о самом сокровенном. Скажите, для каждого из вас, что ваши семьи такого могли сделать, что вы запели? И это стало вашим призванием и всей вашей жизнью. Как так в ваших семьях получалось, что именно пение стало вот самым основным вашим бременем и открыт был ваш талант в бременем. Этом. Ой. Отвечать можно, да? Да. Ну, что и Агунды, что и в моей семье с раннего детства все пели. У Агунды просто семья более профессиональная в плане оперы. И у нее, ну, расскажи нам. Ну, мне проще было пойти по этому пути, потому что у меня и папа певец, и мама, и брат, и сестра. Я была последняя, кто начала обучение именно вокалу. Выбора не было. В моем случае я была обречена на пение.
Просто безумное количество случаев, когда родители, известнейшие артисты, а дети совершенно не идут по стопам и не перенимают, и не становятся музыкантами. Это очень уникальная вещь, что все поют и работают. Видимо, где-то там наверху нам было предначертано, и действительно, я бы сказала, что природа отдыхает на детях, потому что у нас и папа с мамой очень одаренные, и все трое детей наделены всеми способностями для того, чтобы добиться успеха. А также у Алексея отец музыкант, хоть и не профессиональный, но он любому профессионалу даст фору в плане вокала, в плане игры на баяне, а также электронной техники. Синтезатор. Мы с папой на свадьбах играли, на всех праздниках у себя в Тамбовской области, в Железском районе. Так что мы, а вообще да. Их семья – это вот… Ну, он умел подбирать, импровизировать любую песню. Абсолютно. Да, да. Абсолютно. Да, да. А можно я вклинюсь немножко? Да, обязательно. Я знаю, что, Алексей, вы выросли рядом с усадьбой Рахманинова. Как ты сыграла это в вашем становлении? Роль. Ну, безусловно, потому что, можно так сказать, что в Москве я оказался благодаря директору музея усадьбы Рахманинова Александру Ивановичу Ермакову. Это наш большой семейный друг. И когда мы практически каждый год приезжаем к себе на родину, село Бурнак, мы обязательно приезжаем в Ивановку, даем свою дань. Приветы все передаем, и по возможности, если у нас такая есть возможность от Гунды, мы поем благотворительные концерты для всех-всех, кто имеет возможность быть в музее. Поэтому, безусловно, Ивановка и для Гунды, и для меня это родное. И, естественно, все мои студенческие годы, когда я учился в Тамбове, мы проводили очень много времени там. Потрясающе. Скажите, как вы, так чуть-чуть заглядывая 3, 4, 5, 7, 10 лет вперед, ваши дети будут петь или заниматься музыкой? Как бы вы мечтали, может быть? Или вы думаете, что это безумно тяжелое напряжение, и вы бы не советовали такие испытания своим самым близким, любимым детям? Как вы считаете? Потому что я... Страшно подумать. Мы не запрещаем детям заниматься музыкой. Мы, наоборот, приветствуем. Мы очень бы хотели, чтобы, допустим, Данечка у нас начал заниматься профессионально. Пока не хочет. А Виолетта у нас учится уже 7-й год в музыкальной школе. Она учится пению, учится игре на фортепиано. Вот одна дети. А вот иди к нам. Не хочешь? Могу сказать, что самое главное, наверное, в данном случае фантазия, она сама придет рано или поздно в нужное русло, потому что я до 10 класса не занимался музыкальным образованием, в музыкальную школу не ходил, и только уже в 11 классе стал думать, что делать дальше. И поэтому... Не знаю. Главное, чтобы дети себя нашли, а все остальное, наверное, это вторично. Пундочка, я так видел по фотографиям, что ты была в Японии с Эйби. Да. Вы ездили вместе? Да, мы с Данечкой ездили вместе. У меня вообще в этом году я настолько тяжело переносила все разлуки с детьми, что я решила теперь их брать каждого по очереди с собой, но чтобы не всех вместе, а по очереди брать с собой на гастроли. У меня уже на год вперед было распланировано, кого я и куда беру. И вот как раз поездка в Японию у меня была спланирована с Данечкой. Это была моя последняя поездка. Предпоследняя, потому что мы еще ездили. И так он видел концерты, он воспринимал, был, слушал, смотрел на тебя, видел тебя в классе. Да, конечно, он был со мной, да. Фотографировал меня за книжками. Да, да, конечно, он был со мной рядом всегда и везде, потому что нельзя, я боялась его оставить где-нибудь в отеле там или еще где-нибудь одного, и он все контролировал, для него это было такое самое удивительное путешествие, пока в его маленькой жизни. Ну, некий культурный шок, все-таки для бэйби-японии, иероглифы, все по-разному, какие-то люди,
Это все очень интересно, особенно вот то, что касается, ну, он как мальчишка, он любит все электронное, все вот это, то, что, то, чем хвалится Япония, и, конечно, все магазины с роботами, с дронами, это были все наши любимые места. Вот, следующая поездка у нас была запланирована в Париж и Тулузу, я должна была взять с собой Виолетту, да, это такой город чисто такой романтический, для девочки 13-летней это было бы такой большой подарок, но, к сожалению... Ну, коронавирус нам всем помешал. Да. Да. Я надеюсь, что Зальцбург состоится у нас... Произойдет, и все планы, все вернутся, потому что мы для этого и сидим дома, чтобы поскорее все это закончилось. Дорогие друзья, да. Конечно, это испытание, и сейчас, может быть, такой момент потрясающий, чтобы мы чуть-чуть прикоснулись к самому высокому, к самому красивому, что есть, это к вашему дуэту, и чуть-чуть послушали. Конечно же, есть ютубы, и, конечно, есть гениальные все ваши записи и прямые трансляции из опер, но просто в нашу передачу скрасит, я думаю, вот эта гениальная ваша гранада, которую вы пели вдвоем, кстати, то, что довольно необычно. Итак, дорогие друзья, Oh,
Ура, дорогие друзья. Ну, если что, я пока здесь, а Сагунда к нам присоединится. Прекрасно, да. А у меня, кстати, Алексей, к вам вопрос опять еще один есть. Да. Я была в начале этого театрального сезона в «России сегодня», и там как раз «Новое утро» открывала сезон свой, да, и там был и Дмитрий Сибирцев, и вы были. Вот, ага. И я знаю, что Дмитрий Александрович даже поощряет то, что актеры театра участвуют в постановках и ездят на гастроли с другими театрами. И хочется спросить у вас, насколько хороший этот опыт для актера, да, участия в спектаклях от других театров, не своего основного? Ну, хочется, во-первых, сказать, что действительно наш театр очень лояльно к тому относится, к тому, mm-hmm. что артист может ездить в другую страну, mm-hmm. в другие театры, не только как бы за рубеж, но и даже по России. И, безусловно, как и для любого артиста, очень важно ему развиваться. Развивается он путем общения с иностранцами, путем mm-hmm. общения с другой культурой, с другими режиссерами, другими дирижерами, другими музыкантами. И это его, прежде всего, обогащает, и та или иная роль становится для него богаче. Он уже какие-то добавляет определенные тембральные окраски, какие-то смысловые акценты делает. Поэтому, безусловно, для любого артиста, не только оперного певца, это самое главное, что есть такая возможность поехать и развиваться. А еще очень важно, если мы участвуем в спектаклях, неважно, это Россия или зарубежные страны, спектакли, в которых нет репертуара театра. То есть mm-hmm. мы расширяем свой репертуар, мы выучиваем новые партии, мы входим в новый как бы, репертуар для себя, и, возможно, больше и не будет такой возможности спеть, допустим, ту или иную партию. Вот в России или у себя в театре, допустим, в Большом театре, вот, ну, нет спектакля «Сила судьбы». И пока в ближайшем будущем нет. Мне, допустим, предоставилась возможность спеть партию «Прециозилы» в Deutsche Opera. Алексей, допустим, спел в этом сезоне «Альфреда», то, что он никогда не пел. Спел он в «Эспалмиче» в США, поэтому как бы... Это тоже вот такая одна из лучших. А потом мы имеем возможность общаться с разными дирижерами, почувствовать специфику каких-то других школ вокальных. Стилистику да. посмотреть, да. как в Италии поют, как в Америке поют, да, как во Франции. И новые тенденции вокальные тоже изучить для себя, это тоже крайне важно для нас. Угу. Ну и делая вывод уже на вашем огромном опыте, что можно, какую выжимку можно сделать и сформировать для, скажем, молодых формирующих сейчас певцов, которые мечтают стать оперными певцами. Что лучше? Как скомбоновать бельканто, профессионализм, не боязнь сцены, память, владение голосом, верхние ноты? Как это все можно уложить? И как это все называется? Что это за коктейль? Что это за... какое лекарство? Что вы говорите каждый себе перед выходом на сцену? Может быть, какие-то напутствия, чтобы за 5 секунд до верхней ноты холодные мозги обо всем забыть, только фокусироваться, маска, или наоборот, не думать о технике, а идти за музыкой. В интервью, например, Мария Каллас говорила, что лучшее когда-либо для нее в настрой на сцене – это ощущать себя инструментом, который создан ради музыки, ради музыкальной фразы, не ради нот, не ради красоты или силы, а только ради. И полжизни она училась, как она говорит вот эти слова, грубо говоря, технике и пению, сделав инструмент, полжизни посвящено только музыке. Даже поворот головы, участие, движение на сцене, грубо говоря, в операх уже заложено текстом и композитором. Он уже, она говорит, продумал за нас очень многое. Поэтому вот ваш настрой и как вы
себя ощущаете и что вы делаете для того, чтобы этот вечер, это выступление было такое гениальное, которое мы видим каждый раз, когда слушаем вас. Я лично стараюсь отвлечься, наоборот, не зацикливаться на определенном каком-то моменте, потому что для того, чтобы выйти на сцену, естественно, существуют репетиции. Есть репетиции в классе, есть мизансценические репетиции, есть репетиции с дирижером, с режиссером. В конце концов, то, что мы говорили о том, что мы ездим по миру или там, в различных театрах, это тоже обогащает каждого из нас. Поэтому, наверное, какой-то уже сложился определенный настрой на ту или иную партию, на тот или иной концерт. Поэтому для меня лично это прежде всего отвлечься. Как я отвлекаюсь? Очень просто. У нас за кулисами стоит теннисный стол, и я перед тем, как выйти на сцену, часа полтора играю в теннис, потом просто немножко отдохну и выхожу на сцену. Вот такой мой подход. Да, Алексей, как-то все более празднично выглядит. У меня все намного сложнее. Я думаю обо всем, и о технике, и о словах, и о мизансценах, и даже я, если 150 раз уже спела партию Любаши, я страшно волнуюсь, и волнуюсь за каждую ноту, и настраиваюсь. Ну, можно себя, конечно, настраивать на то, что все будет хорошо, это очень хорошо работает. Вот, но все равно каждый раз, когда я выхожу на сцену, каждый раз у меня ощущение, что это делаю впервые. А что нужно сказать молодым, начинающим певцам или не только начинающим музыкантам? Наверное, самое главное – это огромное желание и огромное терпение. Потому что, безусловно, когда вспоминаю все свои первые шаги в вокале, именно профессиональном вокале, когда ты начинаешь только развивать свой диапазон на верхних нотах, и раз сорвешься, два сорвешься, три сорвешься, и так бесконечные срывы. И вот пока вот не найдешь вот тут, как говорится, не набьешь вот этот режим, который называется стабильность, тогда все получится. Поэтому только желание и только огромное терпение. И вперед. Замечательно. Какие музыкальные исполнители вас вот побуждают на до сих пор, может быть, на чуть-чуть слезу, на небесную вокальную красоту, может быть, те, которых уже классиков, которых уже нет. Кого вы для поднятия тонуса своего слушаете? Ты недавно писал какой-то очерк, я тебе внизу подписал, что но еще есть Марио Дель Монте. Это был день рождения Франко, великого Франко Корелли, которого я очень обожаю. Я обожаю Корелли тоже, но у меня есть мой Марио. У Марио Дель Монте тоже великий тенор. Они вообще все великие, потому что такой музыкальный пласт они после себя оставили, такие тембрально красивые голоса и с таким темпераментом, поэтому у каждого... Как ты считаешь, они сами шли, какие-то ставили себе невероятные задачи, чтобы перебить, как бы, как они добивались такого невероятного тембра, силы, мощи, и иногда слушаешь Мари Дель Монако, и даже подумать не можешь, что он тенор. Поскольку такой баритоновый и такой окрас голоса. Они сами чуть-чуть выходили за какие-то преграды, грубо говоря, или это просто талант, и ничего невозможно сделать. Только так вот. Где сейчас? Наверное, это природа. Природа плюс, опять же, огромное рвение, желание. И вокальная культура все-таки немножко отличалась. Те года и сейчас года, и темпоритм сегодняшней жизни и жизни 60-х, 70-х годах, она существенно отличается. И сейчас немножко другие ставятся задачи и другие рамки. Вот Тагунда была сейчас в Берлине, потом она была в Японии, все это за определенное короткое время. Вот расскажи мне свои вот ощущения. По поводу певцов, которых я слушаю, могу сказать, что в разные периоды творчества моего я слушала разных певиц. И, допустим, с тех певиц, которых я начинала слушать, сейчас мне уже их слушать неинтересно. Или, наоборот, я слышу какие-то большие недостатки
«Голосе» тех певиц, почему-то раньше они мне нравились, а сейчас я совершенно недоумение, как они могли не нравиться. Поэтому список сокращается любимых певиц с каждым днем. Вот, но все так же моя любимая Ирина Константиновна Архипова, которая обладала... обладала и прекрасным голосом, и великолепной техникой, и еще она была невероятно теплым человеком, мне посчастливилось быть с ней знакомой немножечко, я застала ее еще, и для меня лично это была вот прям потеря такого близкого по духу человека. Я слушаю Елену Образцову, но не во всех партиях она меня как бы вдохновляет, но в каких-то партиях она, конечно, недосягаемая, совершенно потрясающе исполняет. В плане обогащения репертуара и каких-то технических сложностей, если у меня возникают, я слушаю Елену Гаранчук. Елену Гаранчук, потому что у нее исключительная техника. На данный момент она такая одна из передовых певиц, скажем так, в современности. И у нее невероятно огромный репертуар. И наши голоса с ней они схожи. Высокая мецо-сопрано для меня это вот такое вот сейчас эталонное звучание. А в плане русского еще репертуара могу сказать, что молодая Ольга Бородина для меня также является вот большим примером. Сейчас посмею снова влезть. Агунда, у меня тут вопрос тоже возник. По своему опыту есть такой, может, миф, может, не миф, что после... рождение ребенка, да, у вокалистки немного меняется голос. Как-то вы заметили это? Да, да, конечно, меняется, безусловно, потому что вообще, в принципе, после рождения ребенка меняется в организме женщины очень многое. Кто-то говорит об обновлении, кто-то говорит о изменении, меняется фигура, меняется весовая категория, кто в плюс, кто в минус уходит. Естественно, это гормональный огромный фон, смена гормонов полностью, и, конечно, гормоны колоссально влияют на голос. В большинстве случаев это в лучшую сторону, но есть и примеры, я знаю таких певиц, которые не очень корректно входили в форму после рождения ребенка и теряли голоса, просто они теряли фокусировку, голос раскачивался, и больше они не входили в форму, и этих певиц я знаю, несколько человек. В основном женский голос крепнет, он становится более плотный, он становится более полетный, более сильный, обретает голос, жизнь женщины, она обретает какую-то красоту, другие глубины открываются, также точно все отражается и в голосе, как в душе в нашей, так и в душе отражается. У меня лично чисто в техническом плане после рождения первого ребенка пропало... переход в верхнем регистре. Вообще я его до сих пор не ощущаю. После рождения Данечки у меня пропал переход в нижнем регистре. То есть я совершенно плавно могу перейти с одного регистра без вот этого надлома, который существовал у меня вот в студенческие, скажем так, времена. А когда родилась Амелечка, я заметила в голосе только вот прибавление выносливости. То есть я стала больше петь. То есть, если Леша, допустим, может петь без конца, он может просто 6 часов без перерыва петь, и у него все прекрасно. Все потому, что я отец троих детей, у мужчины все по-другому. Когда я пытаюсь с ним петь, в компаниях, где вот нас просят петь, я через час уже все, я уже чувствую, что у меня уже все... сел голос, уже я сикла, хрипа, я устала, я уже ненавижу пение. А этот еще поет, и еще долго поет, и причем с каждой минутой все лучше и лучше. Видимо, после Америки я стала чуть-чуть больше, на полчаса могу больше петь. Да. Всего блага. Все правда. Да. У нас тут вопрос из зрительского зала, я так не знаю, комментарии, колледж мой, на блинке работаем. Посоветуйте лайфхаки для быстрого восстановления голоса, например, после простуды для вокалиста. Есть ли у вас какие-то? Лайфхак самый простой, это как можно больше молчать, пить воды, промывать нос физраствором, и по возможности, естественно, покой. Нам покой снится только с тремя детьми, поэтому быстро входим в форму, вне зависимости от того, кто и когда простужается. Да, вообще, на самом деле, это самый больной вопрос для вокалистов до сих пор.
справляемся с этой... Я, допустим, вот как раз, когда первый раз я съездила в Японию, у меня был глаз заезд, первый раз я подхватила какую-то инфекцию неизвестного происхождения, кстати. Но у нас уже даже мы начали сомневаться, а вдруг я тоже уже переболела этим страшным заболеванием. Вот, я не могла вылечиться полтора месяца. То есть я вот там заболела, я там же пела и Кармен в больном состоянии, потому что у меня не было страховки. И еще потом, после этого, то есть я сдавала анализы, я лечилась, ничего не могла сделать. Я все время кашляла, и, естественно, ну, связки были в порядке, но от кашля, естественно, петь я не могла полноценно. И какой может быть тут? Тут так настолько индивидуальная... каждая ситуация у певца заболевания, что тут никаких лайфхаков. А тем более, когда идет недосмык, смотря, ну, не смыкание, да, связано, смотря какая причина, либо это переутомление, либо это последствия простуды, то тут только консультация фониатра, который тебе вливает... Только профессиональное мнение может сделать правильный диагноз. Да, тут без фониатра, конечно, нельзя вообще, когда начинают самолечением заниматься. Это смешно, тем более в наше время, когда мы уже находимся в 21 веке, и передовые технологии, и вообще есть прекрасные лор-врачи, и все это очень сильно изучено. Но все равно самое важное остается покой, это покой и сон. Сон, покой и вода. Вода. Давайте послушаем фуникуля. Фестиваля нашего друга Борислава. Было абсолютно великолепно и гениально, и ты приезжал несколько лет один, и наконец-то с Агундочкой вы приехали. Это незабываемый концерт. Да. Еще раз хочу сказать огромное спасибо за ваше участие на моем юбилее. Вы нашли время, были в Москве. Это останется навсегда в истории для меня. И, конечно, любые ваши праздники я у ваших, так сказать, ног. Борислав, можно я немножко перебью тебя? Я знаю, что в вашей семье тоже сегодня праздник. Вот, вашему
прекрасному сыночку. Сколько? Сегодня, да, действительно, день рождения. Да, поэтому мы, наша семья искренне поздравляет вас с этим прекрасным событием. Дай бог, чтобы было накануне такого светлого праздника, как Пасха. Поэтому здоровья, здоровья, здоровья. Все остальное приложится. Огромное спасибо, огромное спасибо. Действительно, это тоже я как Агунда, который рассказывала про разные переходы в верхний регистр, в нижний, с рождением сына у меня тоже мои переходы изменились, и регистр зазвучала виолончель, и вообще подход, музыка, фраза, конечно, это абсолютное чудо. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом, надо развиваться. Нам есть куда стремиться, нам есть Абертоны. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и еще хочу напомнить о прекрасном дне совместном нашем, когда мы пели на вашей великолепной свадьбе. Это был ваш прекрасный день. И я желаю вашей семье процветания и рожайте еще детей. Друзья, но это всего лишь отступление, потому что наше общение с замечательными, с гениальными, с безумно, прежде всего, талантливыми и нашими главными звездами российской оперы сейчас продолжается. Я бы хотел, чтобы каждый из вас продолжил фразу. Я начну, а вы продолжите. Я никогда... Что еще раз? Я никогда... Никогда не говорю никогда. Так. Три попытки. Так, два. Вторая. Я никогда... Вторая, да. Я никогда... Я никогда не плачу и не унываю. Я просто никогда не зарекаюсь. Вот, я никогда не зарекаюсь, потому что, что бы я сейчас ни сказала, это все будет неправда. Вот не зарекаюсь точно. Вот, безумно-безумно философский подход. Тем. Да, но. Потому что я начала перечислять, что бы я никогда не сделала, и вот. Я понимаю, что от ситуации многое зависит. Поэтому вот не зарекаюсь я точно никогда. Я никогда не был на Луне. Что делать? Будешь. Что ты был на Луне, когда ты поешь? Что-что? Когда ты поешь, то ты был на Луне. Когда ты поешь, да. Те образы... И не только. И не только, да. Вот. Ваше самое такое вот отношение, характерная черта каждого. Какая... Например, Алексей – это значит, или это какая у тебя? Алексей – тебя... это человек-праздник. Вот. Алексей – это всегда веселье. А, и еще это, так как он очень строгий папаня у нас, то это всегда поражает. Когда Алексей в доме, то у нас везде все шуршит, пылесосы в каждой комнате жужжат, и все прибрано. Ну, как выражается эта строгость? Вот как? Это какое-то воспитание во время... Да, у нас воспитатель такой главный, да. Комендант квартиры. Комендантский час я ввожу в семье спокойно. Вне зависимости от экономической ситуации семьи. Да, и чрезвычайное положение тоже. Сейчас как бы так не пошутить, чтобы не налететь, господи. Вот, но про Агунду я могу сказать, что Агунда для меня все, и тоже не могу сказать одним словом, Агунда это. Агунда это прекрасная мама, это и прекрасная певица, это прекрасная коллега, это прекрасный друг, простите, прекрасная жена. Вот, поэтому мы вместе, и слава богу, что как бы наши... пути, они вот пересеклись. Подожди, вот. Ты сейчас перечислил как бы мои достоинства, а ты можешь вот... Да, могу! Да, да. Ну, там висит половник небольшой. Иногда бывает, что половник превращается в половник. Превращается. Бывает.
ничего, это же нормально. У нас, я в опере «Кармен» не участвую, ну, потому что в силу того, что у меня голос лирический, но страсти у нас иногда бывают такие нешуточные, но потом зато миримся долго и долго. Страстно. Скажите, если вы имели бы возможность жить в любой стране, какая помимо России, помимо Родины, для вас, для голоса, для красоты, для общего вообще восприятия, что вам ближе к вашей душе? Какая страна прямо роднится с вашим нутром? Я не буду оригинальной. Для меня Италия — это вторая страна, в которую бы я хотела подольше прожить, чем просто съездить на гастроли. Потому что, не потому что Италия — это как бы родоначальница оперных опер, а потому что в Италии потрясающий климат, который подходит мне. Там замечательные люди. А, ну, помимо Италии, я, наверное, выбрал бы Бразилию или Аргентину, вот что-то вот между этими странами, потому что я был и в Бразилии, и в Аргентине, и это было уникально. Вот мне надо засветить, чтобы, да. Может быть, я даже поменяю свое мнение. Очень-очень-очень интересно. Бывали ли случаи, что практически без репетиций нужно было выходить и работать, творить, петь. Я имею в виду про оперы, где недостаточно было количества для определенных по контракту, скажем, например, там 8, 10, 7 прочиток, прогонов, а нужно было выйти через 2-3, например. То, что придает, может быть, гораздо больше волнения, стресса, а в чем-то и улучшает интенсивность выступления. Ну, я должен сказать, что таких случаев на самом деле достаточно распространены, и бывают такие моменты, когда тебе действительно приходится за одну репетицию петь порой сложный спектакль или какой-то там концерт, потому что бывает, что ты в день прилета прилетаешь, как правило, это, условно говоря, 9-10 утра, в 11 у тебя, в 12 какая-то корректировка с оркестром, потом несколько часов паузы, и вечером ты выходишь на сцену. Но это самый ужасный, ну, это самый ужасный сценарий, когда просто получается, что ни у кого не совпадает с датами, ну вот хотят или мы хотим вот как бы какой-то сделать подарок для той или иной как бы зрителей, потому что иногда просто просят. Вот. Но я помню, что у нас с Агундой был такой момент, когда мы несколько лет назад пели «Реквием Верди» в Владивостоке. Мы ночью летели. Получилось так, что мы прилетели, с утра репетиция и вечером концерт. А часовая разница, 6 часов разницы во времени. Да, вот. Это было тяжело, но тем не менее как-то так вот сложилось. У меня два очень таких ярких. Да, кстати, поддержу Алексея, что этих случаев было очень много, но так как, ну, либо партию ты хорошо знаешь, либо уже как бы прилетал в этот театр, когда ты знаешь сцену и партнеров. Но самое было в моей такое экстремальное вхождение в спектакль, это «Пиковая дама» в Кишиневе. Я там впервые спела партию графини. И у меня там, да, действительно, там одна была репетиция, причем сразу в грим, и сразу мне нужно было превозвратиться в старушку. И это было тяжело и страшно, и очень ответственно. А второй случай, конечно, самый такой криминальный для меня, это партия «Кармен», хотя, слава богу, хоть партию знала хорошо, в «Арена де Верона», где у меня не было ни одной репетиции. То есть я имела возможность только посмотреть видеозапись. Да, такое было, да. Я посмотрела видеозапись, ну, естественно, она была у меня в работе несколько там недель там. А потом я приехала, у меня была спевка ровно час партии «Кармен». А, причем у меня была спевка не с дирижером, с которым я буду как бы работать, а с его ассистентом. Это раз. И была часовая репетиция сценическая в классе. А сцену мне дали пройтись по сцене уже перед спектаклем, за час где-то до того, как
начался спектакль, когда еще не было зрителей, я могла просто выйти на сцену и просто оценить масштабы сцены, масштабы. Причем это только в первом действии. Естественно, все остальные действия я просто по памяти вот как помнила. То есть первое действие я прошла с ногами так вот минут 5-7. Вот это было, конечно, страшно. И тут действительно я на все плюнула подсознательно вот по поводу, что вы себе говорите перед выходом на сцену. Тут я на все плюнула и сказала, мне нужно хорошо спеть, собственно говоря. В Италии, Арина Ди Верона, да, Кармен. Единственное, это... что меня очень сильно напрягало, то, что это постановка Дзефирелли, и она очень старая, и там сидят зрители, которые уже 500 раз смотрели в разных исполнениях эту оперу. Великих людей. Да, великих певцов. Да, и я понимала, что многие сидящие в зале просто знают, куда должна пойти Кармен, где она должна сесть, где она должна лечь, там, и так далее. А я, возможно, там что-то где-то сделаю неточно, и меня обвинят в том, что я, в общем, пренебрегаю мизансценами, которые великий Дзефирелли, так сказать, поставил. Вот это было, конечно, да, это было. Второй спектакль мне было уже проще, конечно, петь, но первый спектакль был вот в каком-то в таком подсознательном страхе, в стрессе. Хорошо еще партнеры, вот все, которые со мной были, они все пели уже этот спектакль, и они мне как-то помогали. Но кто-то не владел английским, а я владею только английским, и они мне подсказывали на своих языках, как могла, так понимала. Язык музыки великий язык, поэтому, наверное, самое главное. Запись есть, ролики. Оператор был Татаринцев Алексей. Там несколько роликов, да. И Лариса делала. Это наша подруга, да. Нет, есть запись, это наша семейная, как бы есть там какой-то момент, который можно сделать красиво. Так что историческая запись, она существует. Дорогие друзья, у нас есть еще один музыкальный, изумительный подарок от вас. Но в чем-то уже в заключении нашей программы я хотел бы пару еще затронуть моментов. Ну, во-первых, сказать вам, поклониться низко, сказать огромное спасибо за вашу невероятную такую вот гениальную красоту, которую вы несете со сцены. Потому что ведь нужно и выглядеть, и, конечно, ваша семья, она абсолютно великая, героическая. Вы герои сегодняшнего нашего дня, времени. Вы герои сегодня нашего врача. Это само собой, но я сейчас говорю конкретно просто про оперу «Голоса». Спасибо. И космонавты, и те, кто шахтеры наши, которые иногда, так сказать, гибнут, да? И все профессии безумно тяжелые, но голос, то, что находится внутри, вся моя концепция видения игры виолончели, это вокализация и стремление приблизиться к голосу, и то, что уметь подавлять в себе отсутствие настроения, может быть, а нужно идти на сцену, да, не выспался, а нужно идти на сцену, какое-то несмыкание или то, что мы сегодня говорили, какие-то, может быть, простудные вещи, а нужно идти на сцену, ссоры, недовольство, а все равно композитор, опера, нужно умирать, тратить жизнь свою на сцене, потом опять повторять, а иногда оперы идут у нас по 20-30 раз, и это как вот, это безумно тяжело играть одно и то же, или петь несколько, да, раз подряд, и поднимать вот этот вот невероятный эмоциональный градус, потому что если артист не верит, что это последний раз он делает на сцене, да, то аудитория недополучает, может быть, какую-то... Сейчас, раз ты смотришь на больших звезд западных, и ты видишь, как человек работает на сцене, но он себя очень сильно сохраняет. Экономит, сохраняет. Нет, сейчас будет дождик. Но вот такой, потому что завтра у меня уже другая поездка, послезавтра там диск, тут это, а потом важное выступление в МЭТе, а потом Но ты чувствуешь и видишь, да, хорошо, приятно, но как-то он не додает тот градус, который был заложен композитором. Поэтому, конечно, то, что вы делаете,
И, конечно, то, что мы приходим на каждый концерт и получаем абсолютное удовольствие, а плюс к оперному пению. Только что мы были свидетели, я знаю уже давным-давно, но многие видят и слышат, как вы поете и исполняете не оперные произведения. Это тоже огромная в чем-то такая, ну, стезя, которую некоторые не могут просто физически, как манера игры разных стилей. Классическая, джаз, танго, шоу, мюзиклы, да, то есть это абсолютно разные какие-то манеры, и я прекрасно слышал и видел, что вы в состоянии переключиться, что-то такое происходит, и идет безумно искренне и такой профессионализм, о котором, конечно, наша эстрада и мечтать не могла, что, собственно, и понятно. Ну, хочу, чтобы вы пожелали в конце нашей передачи просто какое-то вот действительно напутствие всем музыкантам, всем мамам, всем папам, всем родителям. Да, лозунг «Находиться дома». Ну и как найти духовные силы, что нам делать, чтобы не заскучать и остаться в профессии? Наверное, самое главное, что нужно сказать, любите друг друга, потому что вот светлый праздник Пасхи, вот такое время, он объединяет многие народы. Во-вторых, конечно же, очень важно, чтобы каждый понимал, что та ситуация, которая сегодня в мире, это очень плохая ситуация, но при этом нужно помнить самую простую вещь. Быть дома, быть в семье, поддерживать друг друга и молиться, желать добра друг другу, чтобы скорее всего это закончилось. Поэтому мы всем-всем желаем силы духа, силы терпения, мудрости, чтобы каждый из нас помнил о том, что мы живем для будущего наших детей, для будущего всех профессий, вообще для будущего человечества. Я, конечно, присоединяюсь к тому, что Алексей сказал. Единственное, как бы, чтобы поднять какой-то дух людям, которых мы знаем, они сейчас находятся в таком депрессивном состоянии, нужно поддержать хотя бы той мыслью, что мы все находимся сейчас в изоляции, и нет ни одного человека, который бы сейчас был в какой-то других условиях. Причем, да, это касается не только России, и вот у нас очень много друзей, да, в европейских странах, и в Америке, с которыми мы держим связь, и у всех абсолютно одинаковые проблемы, да, вот, которые возникли. Но я вам хочу сказать одну вещь, которую вот я сейчас пришла ко мне в голову мысль, не сегодня, что мы еще очень долго будем вспоминать, как было хорошо, сидя на карантине, потому что ведь сейчас как раз то время, когда мы можем сделать то, чего мы не смогли сделать в рабочий период. Мы можем, например, вспомнить то, чем мы занимались в детстве. Да. Свое хобби какое-нибудь вспомнить. Например, вот я знаю уже 3 человека из моего окружения, которые начали рисовать, реально рисовать очень красиво. Они как бы это умели всегда делать, просто на это не было времени, да. Допустим, я сейчас занялась, я как бы продолжаю изучать язык. То, что мне не хватало времени на грамматику, на вот выучивание слов новых, то есть есть какой-то тренировочный момент, да, вот общение с коллегами. А сейчас я занялась вот именно тем, чем я не могла заняться, это вот грамматикой. Сын у меня занимается там еще своим строительством, он у меня построил уже 3 дома в квартире своей. То есть какие-то вот откопать где-то у себя в глубинах какие-то свои вот увлечения, о которых вы уже забыли, а может быть сейчас как раз есть время, чуть-чуть еще осталось. Я дополню, я с полки достал наконец-то баян, и он до сих пор лежит у меня под там, и я играю, вспоминаю детство. Нет, он часто играет. Нет, но сейчас особенно. Вот, а с соседями мы переписываемся, значит, с соседками, она замечательная, Ирочка, привет, если увидишь. Переписываемся, значит, там,
весточками, а я спрашиваю, как у вас дела, ну, в общем, обмениваемся информацией, а они говорят, мы все слышим, все, мы с вами, все ваши концерты мы слышим. Ваши хобби мы слышим один за одним. Да. Мы записываем, чем мы развлекаемся, мы записываем песни, мы онлайн-уроки у нас, да, по будням. То есть, как бы помимо наших любимых вещей, есть те вещи, которые обязаны. Да, наконец-таки мы теперь знаем, чем занимается наша дочь в музыкальной школе, потому что мы каждый день пишем видеоролики для педагогов. Да. И теперь мы точно знаем, что она делает так, что она не так делает. А мне еще шутку пришла, если, ну, как бы все затянется, я буду подрабатывать учителя начальных классов, если что. Так что каждый день он новый, с одной стороны, и в то же время есть жизнь продолжается, мы не унываем и стараемся друг друга поддерживать. Отлично. Огромное спасибо, низкий поклон. Спасибо, Борислав, спасибо, Александр, спасибо большое. Люблю, как и вся Россия и весь мир. А сейчас, Борис, внимание. Мы тебя тоже очень любим. Внимание на экран. Solo, solo sogni all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostrai tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrata per strada. Con te patirò, paesi che non ho mai veduto, vissuto con te. Adesso si vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontano sogno all'orizzonte mancano le parole. Con me, mio sole, tu sei qui con me, tu mia luna, tu sei qui con me.